1918 год. Разгар гражданской войны. В Советской России начали военную интервенцию иностранные государства. В ночь на 28 марта у разъезда Дубовязовка немецкие войска перешли в наступление. Красноармейцы с трудом сдерживали этот натиск. А когда вражеский снаряд попал в вагон с боеприпасами, солдаты стали покидать поле боя. Командир отряда пытался их остановить, но безуспешно. Внезапно навстречу дезертирам вышел комиссар с карабином в руках и закричал: «Назад! Кто побежит, застрелю!» Бойцы остановились, а затем стали возвращаться на позиции. Комиссара звали Климент Ворошилов. И это был его первый бой. Песни о первом красном офицере и первом маршале, как называли Ворошилова, распевала вся страна. Он не претендовал на серьезное политическое влияние, и это обеспечило ему чуть ли не самую долгую и успешную карьеру в истории СССР. При этом одни считали его послушным исполнителем воли Сталина, а другие восхищались его бесстрашием в боях и талантом военачальника. Он был знаковой фигурой советской эпохи. Его имя стало синонимом героизма, однако со временем о существовании Ворошилова, казалось, просто забыли. В советское время его имя было синонимом героизма. О первом красном офицере и первом маршале слагали песни и писали книги. Его именем называли города, колхозы и заводы. Он не претендовал на серьезное политическое влияние, и это обеспечило ему чуть ли не самую долгую и успешную карьеру в истории СССР. При этом одни считали его недоучкой и марионеткой Сталина, а другие восхищались его бесстрашием в боях и талантом военачальника. Каким же он был? Человек, ставший одним из символов советской эпохи. Клим Ворошилов родился в Екатеринославской губернии Российской империи. Ныне это Луганская область Украины. Его отец был простым железнодорожником. Мать нанималась на любую работу, не отказывалась и от тяжелого физического труда. У Ворошиловых было пятеро детей. Однажды, играя с сестрами, Клим ударился лбом об угол плиты. На лице у него навсегда остался заметный шрам. Спустя годы, когда Ворошилов стал революционером-подпольщиком, этот шрам был отмечен в полицейских документах как особая примета. Маленькому Климу пришлось рано повзрослеть. Отец большого семейства Ефрем Андреевич в силу неуживчивости характера ни на одной работе долго не задерживался. Когда его в очередной раз увольняли, заботы о содержании семьи ложились на плечи матери, Марии Александровны. Ворошиловы жили впроголодь, и Клима отправили работать, когда ему было всего 6 лет. Сначала он пас коров, а затем его устроили на шахту выбирать примеси из выданного на гора угля. В день за этот тяжелый труд платили от 8 до 10 копеек. Вскоре старательность мальчика заметил механик, и маленький Клим стал смазчиком угольных машин. Это решение начальника обернулось для Клима бедой. Несколько старших мальчишек, опасаясь конкуренции, зверски избили его. Очнулся Клим только через несколько дней в больнице с жуткими головными болями, которые потом мучили его всю жизнь. Спустя годы ближайшее окружение уже народного комиссара Ворошилова знало: если он растирает большими пальцами виски, скоро у него начнется приступ боли. Клим впервые переступил порог школы, когда ему было уже 12, и провел за партой 2 года. Сбылась мечта его матери. Он выучился грамоте. Другого образования Ворошилов так и не получил.
Зато с подачи своего учителя Семена Рыжкова пристрастился к чтению. За жизнь Ворошилов собрал огромную библиотеку – 12 тысяч томов, в число которых попало множество редких изданий. Теперь эта библиотека хранится в Музее истории и культуры Луганска. Из воспоминаний начальника оперативного управления Генштаба генерал-полковника Штеменко. Уже при первом знакомстве с Ворошиловым по пути в Крым я имел возможность убедиться, что это очень начитанный человек, любящий и понимающий литературу и искусство. По вечерам Климент Ефремович просил обычно читать вслух что-нибудь из Чехова или Гоголя. Чтение продолжалось час-полтора, и на лице Ворошилова отражалось блаженство. Одной из книг, которая попала в руки 17-летнего Клима и полностью перевернула его сознание, был отпечатанный в подпольной типографии «Манифест коммунистической партии». Политические взгляды молодого рабочего сложились за несколько дней и больше уже не менялись. В начале 20 века Ворошилов вступил в социал-демократическую рабочую партию, примкнул к большевистской фракции и вскоре стал членом ее городского комитета. 17 февраля 1905 года. Луганск. Российская империя второй месяц охвачена революцией, бастуют и луганские рабочие. Четырехлетний Клим Ворошилов во главе переговорщиков появился в кабинете дирекции паровозостроительного завода Гартмана. В руках он держал список из 29 требований, которые только что были приняты на митинге. Главное из них – введение 8-часового рабочего дня. После долгого обсуждения директор завода Хржановский подвел итог. «Ваши условия чрезмерны, нам не о чем больше говорить. Предлагаю вернуться на рабочие места». Ворошилов ответил твердо. «Не вернемся до тех пор, пока не выполните все наши требования». Он был уверен, что забастовки вскоре охватят весь город, и прекрасно знал, в какую сумму дирекции завода обходится каждый день простоя. В конце концов, напуганное руководство завода пошло на уступки, и все требования бастующих были удовлетворены. Но за первой политической победой последовал и первый арест. Володя, так звучал партийный псевдоним Ворошилова, просидев несколько месяцев в тюрьме, не дождался суда. Рабочие потребовали его освобождения, и городское начальство, решив не усугублять ситуацию, выпустило арестанта на свободу. Популярность Ворошилова среди луганских рабочих была столь велика, что весной 1906 года именно он отправился делегатом на очередной съезд партии от местной социал-демократической организации. Съезд проводился в столице Швеции, Стокгольме. Ворошилов еще не был знатоком марксистской теории и не всегда мог понять сути партийных дискуссий. По вечерам он обсуждал услышанное со своим соседом по комнате, Иосифом Джугашвили. Из воспоминаний Ворошилова. «Это был коренастый, невысокого роста человек, примерно моих лет, со смуглым лицом, на котором едва заметно выступали рябинки. Следы должны быть перенесены в детстве оспы. У него были удивительно лучистые глаза, и весь он был сгустком энергии, веселым и жизнерадостным». Сталин и Ворошилов быстро сдружились и также быстро расстались, когда съезд закончился. Тогда еще никто не мог предположить, что в будущем их судьбы тесно сплетутся, а имена войдут в историю. Тем временем в России продолжалась первая русская революция, начавшаяся в 1905 году. В городах, втайне от властей, создавались боевые дружины из рабочих, студентов, а порой и просто из уголовников. Большевики готовились к новым военным выступлениям и активно ввозили в Россию нелегальное оружие. Появилась такая дружина и в Луганске.
Чтобы обеспечить ее оружием, Климент Ворошилов вышел на столичных посредников, которые связали его с финскими поставщиками. О цене быстро договорились. Остался главный вопрос. Как перевезти 60 браунингов, 20 маузеров и огромный запас патронов из Финляндии в Петербург? Пользоваться чемоданами не рискнули. И тогда Ворошилов предложил за несколько раз перевезти оружие на себе. При помощи специально изготовленного пояса он закрепил под рубахой несколько пистолетов и небольшие мешочки с патронами. Поначалу казалось, что это очень удобно, но добравшись до столицы, Ворошилов еле мог двигаться от тяжести груза. У него ныла поясница, болела голова. Вдобавок оказалось, что явочная квартира, куда он должен доставить оружие, находится под надзором полиции. Об этом Ворошилову успел шепнуть знакомый подпольщик, который дежурил поблизости. Он же попросил Климента подождать до утра, когда будет готова новая явочная квартира. Ворошилов изнемогал от голода и усталости, но ему пришлось провести ночь на улице. Уже на следующий день он отправился в Финляндию за новой партией оружия. Вооруженное восстание тогда так и не состоялось. Однако именно в эти дни Климент Ворошилов окончательно выбрал судьбу профессионального революционера. Пути назад уже не было. Первая русская революция закончилась. Политическая активность рабочих пошла на убыль. Ворошилова снова арестовали, но на этот раз за него никто не вступился. Несколько месяцев Климент провел за решеткой, а затем из Петербурга поступило распоряжение выслать Ворошилова в Архангельскую губернию под гласный надзор полиции на 3 года. Эта ссылка неожиданно стала для него счастливой. Здесь Ворошилов встретил свою будущую жену. Голда Горбман тоже была ссыльной революционеркой. Молодые люди полюбили друг друга и собирались пожениться, однако со свадьбой возникли сложности. Иудейке Голде и православному Климу власти поставили условия – венчаться по традициям православия. Без смены вероисповедания это было невозможно. Так что в 1910 году Голда крестилась, взяв имя Екатерина. Поскольку после крещения семья отвернулась от девушки, единственной родной душой для Екатерины Ворошиловой стал ее муж. С этого момента она следовала за ним везде – в ссылки, на конспиративные квартиры, из одного города в другой. В любви и согласии они проживут не один десяток лет. Февральскую революцию 1917 года супруги встретили в Петрограде. Но Ворошилов оставался в столице недолго. По решению руководства партии он отправился в Луганск с заданием усилить влияние большевиков в местных выборных организациях. Работа по агитации и пропаганде всегда отлично ему удавалась. Из письма Ворошилова в ЦК партии, октябрь 17 года. «Мы в Луганске взяли не только все заводские комитеты, профессиональные союзы, Совет рабочих и крестьянских депутатов, но и городскую думу. Настроение наших рабочих больше, чем прекрасное. Эсеры и меньшевики у нас вымирают, как осенью мухи». В октябре 17 года Ворошилов был избран членом учредительного собрания и вернулся в столицу. Приступить к заседаниям он так и не успел. Собрание было разогнано. Большевистская партия в одночасье стала правящей партией. На ключевые посты назначали людей, преданных новой власти. –
Так Ворошилов стал председателем комитета по охране Петрограда. Вчерашний рабочий оказался фактическим правителем столицы. В городе царил хаос. Горожане и возвращающиеся с фронта солдаты громили винные лавки. На улицах хозяйничали банды налетчиков. Грабители совершали нападения на квартиры и государственные учреждения. Несмотря на столь тяжелую ситуацию, Ворошилов предложил ликвидировать уголовный сыск. В эпоху предполагаемого торжества революционной законности полиция казалась ему структурой бесполезной. Как и многие в те дни, Ворошилов верил, что в новой России не будет преступников. Верил он и в то, что прекратятся войны, а на земле навсегда наступит мир. Реальность оказалась иной. В стране началась гражданская война. В этой войне Ворошилов заслужил славу бесстрашного полководца. К марту 1918 года Германия начала военную интервенцию против Советской России. На территорию Донецко-Криворожской Советской Республики вступили немецкие войска. Ворошилов, вернувшись из Петрограда на свою малую родину, сформировал из добровольцев первый луганский социалистический отряд. Донецко-Криворожская Советская Республика была провозглашена в январе 1918 года. Столицей стал Харьков. В феврале 1918 года германо-австрийские войска по приглашению правительства Украинской Народной Республики вступили на территорию Украины для ее защиты от Советской России и начали интенсивное продвижение на восток. К началу мая того же года территория Донецко-Криворожской Республики была полностью оккупирована и таким образом фактически прекратила существование. В сражениях с немцами Ворошилов проявил себя как мужественный человек, который способен в критической ситуации организовать слаженные действия большого количества людей. Руководство большевистской республики назначило его командующим 5-й армией. Однако этой армии не хватало ни вооружения, ни опыта боевых действий, чтобы сдержать германское наступление. Апреля 1918 года Ворошилов приказал своим отрядам оставить Луганск и двигаться на территорию РСФСР, куда по Брестскому договору немцы не имели права вторгаться. Огромный эшелон в несколько сот вагонов отправился к станции Миллерово, расположенной в 220 километрах к северо-востоку от Ростова. Смешавшись с воинскими частями, родные места покидали рабочие с семьями. С собой они везли все свое хозяйство – перины, подушки, самовары, домашнюю птицу, даже телят. Над эшелоном кружился немецкий аэроплан. Скоро к нему привыкли, и лишь иногда бойцы постреливали вверх из винтовок. Прибыв на станцию Миллерово, Ворошилов понял, что положение 5-й армии катастрофическое. Его эшелоны двигались по территории войска Донского. Всевеликое войско Донское – государственное образование, возникшее на Дону после казачьего антибольшевистского восстания в марте 1918 года. Казачьи отряды выступали против советской власти и вели бои с ее подразделениями на Дону и Волге. Через эту, по сути, вражескую территорию Ворошилову и предстояло провести вагоны с десятками тысяч изнуренных и деморализованных людей. Расстояние всего в 400 километров между Миллерово и Царицыным армия Ворошилова преодолевала 3 месяца. Приходилось отбиваться от атак белогвардейских казачьих отрядов и восстанавливать десятки километров разрушенного железнодорожного полотна.
строить заново мосты, возводить насыпи и плотины. Только благодаря энергии, решительности и силе убеждения Ворошилову удалось сохранить порядок и дисциплину в армии и добраться с ней до Царицына. Царицын. С 1925 года – Сталинград. С 1961 года – Волгоград. Во время Гражданской войны был крупным промышленным центром и важнейшим транспортным узлом. Летом и осенью 1918 года город атаковали войска атамана Краснова, и его обороне большевики придавали особое значение. Всю полноту власти в Царицыне взял на себя Сталин, который был ответственным за поставки продовольствия на юге России. Старые знакомые встретились, и Ворошилов согласился возглавить оборону города. Однако основной вклад в успех этих оборонительных боев внесли бывшие царские офицеры, профессиональные военные, с которыми и у Ворошилова, и у Сталина постоянно возникали конфликты. По этой причине у двух будущих вождей не сложились и отношения с председателем Реввоенсовета РСФСР Львом Троцким. Они отказывались выполнять его приказы, обвиняя Троцкого в бюрократизме и непонимании ситуации. Тот, в свою очередь, не без основания упрекал Сталина и Ворошилова в нарушении военной и партийной дисциплины. На 8-м съезде партии в 19-м году Ленин осуждал Ворошилова за партизанщину, непрофессионализм и неоправданно высокие потери. ЦК партии большевиков даже принял специальное постановление, в котором Ворошилову запрещалось занимать командные должности в армии. Тем не менее, в июле 19 года он стал командующим 14-й армии. Уже через месяц за сдачу Харькова войскам Белой армии Антона Деникина его предали суду революционного трибунала. Разбирая обстоятельства дела, члены трибунала пришли к выводу, что военные познания Ворошилова не позволяли доверить ему командование даже батальону. Невежество командарма было столь велико, что стало, как ни странно, смягчающим вину обстоятельством. Трибунал ограничился отстранением Ворошилова от должности. Ворошилов и сам знал, что человек он не военный. Ему попросту не хватало образования. Но мужества, храбрости и умения вести за собой людей ему было не занимать. Возможно, благодаря этим качествам, уже в ноябре того же 19-го года он стал председателем Реввоенсовета знаменитой 1-й конной армии Семена Буденного. Революционный военный совет с 1918 по 1934 годы – высший коллегиальный орган управления и политического руководства Красной армии. Помимо общего управления боевыми действиями, Реввоенсовет руководил работой политотдела, трибунала и органов контрразведки. Любой приказ командующего должен был подписать член Реввоенсовета. Реввоенсовет мог отменить приказ и даже отстранить командующего от должности. На плечи Ворошилова легла вся организационная работа – снабжение армии, пополнение частей, создание с нуля командного аппарата. Он же проводил воспитательную работу с кавалеристами и их командирами. В первой конной процветали партизанщина и мародерство, грабежи мирного населения и насилие. Политической грамотностью бойцы также не отличались. Многие были уверены, что сражаются за большевиков, но против коммунистов. Чтобы навести в войсках дисциплину, Ворошилову приходилось применять жесткие меры, порой прибегая к расстрелам. Конармейцы побаивались, но при этом и уважали его. Не только за крутой нрав, но и за храбрость. Он не отсиживался в штабах, а всегда лично выезжал на поля сражений на своем боевом коне по кличке Маузер.
В одном из боев, когда первая конная освобождала Крым от белогвардейских войск Врангеля, Ворошилов находился впереди эскадрона. Навстречу ему мчался всадник. В руке он держал пику, которая была направлена прямо в грудь Ворошилову. Тот выстрелил в противника из револьвера. Мимо. И в следующее же мгновение почувствовал удар. Пика застряла в накинутой на плечи толстой бурке. Бросив пику, белогвардеец уже схватился за шашку. Лишь выстрел ординарца Ворошилова спас жизнь будущему маршалу. В июне 1920 года Ворошилова наградили орденом Красного Знамени, в декабре того же года – почетным революционным оружием. Весной 21-го он стал командующим Северо-Кавказским военным округом, однако на новой должности почувствовал себя неуютно и через несколько месяцев написал письмо Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, в Москве я тебе уже говорил о моем намерении переменить свое амплуа, а сейчас я это решил твердо. Работа в военведе мне уже опостылила, да и не в ней теперь центр тяжести. Полагаю, что буду полезней на гражданском поприще». Сталин ничем не помог, и уйти на гражданское поприще Ворошилов сможет лишь через четверть века, а пока его военная карьера набирала обороты. После смерти Ленина Сталину удалось отстранить своего давнего соперника Троцкого от руководства Красной Армии. Военным наркомом стал Михаил Фрунзе, а Ворошилов – его заместителем. Михаил Фрунзе – один из руководящих работников Красной Армии периода Гражданской войны и первой половины 20-х годов. Войска под командованием Фрунзе одержали победу над армиями Колчака, Врангеля, отрядами уральских казаков, петлюровцев и махновцев. Он не входил в окружение Сталина и, сменив Троцкого в военном руководстве, оставался в партийных верхах самостоятельной фигурой. Спустя несколько месяцев после назначения Фрунзе умер на операционном столе во время операции язвы желудка. Третьим в истории Советского Союза наркомом по военным и морским делам стал Ворошилов. Вдова Фрунзе, Софья Алексеевна, не перенесла утраты и через несколько месяцев покончила с собой. Детей Фрунзе, Таню и Тимура, воспитывала бабушка, а в 1931 году, после ее смерти, Ворошилов обратился в Политбюро с просьбой позволить ему усыновить детей друга. Своих детей у Ворошиловых не было. Еще в 18-м году они усыновили 4-летнего Петю и растили его как родного. Теперь приемных детей стало трое. Таня и Тимур Фрунзе быстро освоились в новой семье. Ворошиловы окружили своих воспитанников любовью и заботой, а приемный отец ласково называл их фрунзенятами. Тимур Фрунзе. Герой Советского Союза, военный летчик. Героически погиб в 1942 году. Другой приемный сын Ворошилова, Петр, стал конструктором, генерал-лейтенантом. Добродушие и открытость Ворошилова очень импонировали Сталину. Он знал, что от этого преданного служаки не стоит ожидать подвоха. Вплоть до конца 30-х годов Сталин и Ворошилов оставались близкими друзьями. Вместе охотились, отдыхали на юге, проводили время на даче Сталина и в его квартире в Кремле. Ворошилов признавал интеллектуальное превосходство своего друга Иосифа и, сталкиваясь с проблемами, обращался к нему за поддержкой. А проблем хватало. В конце 20-х годов в стране была объявлена широкомасштабная военная реформа, и Ворошилов регулярно докладывал Сталину о задержках и провалах в ее осуществлении. Самолеты выпускались с множеством дефектов,
Танковая программа выполнялась со сбоями. Срывались планы военного строительства. Жаловался Ворошилов на отсутствие дисциплины у красноармейцев, на потери техники и высокую смертность личного состава. В отчаянии он признавался, что не способен повлиять на ситуацию. Однако справиться с подобным положением было бы трудно и любому другому человеку. Страна все еще не могла оправиться от последствий революции и гражданской войны. В промышленной сфере чувствовался недостаток оборудования, отсутствие инженеров и высококвалифицированных кадров. Перевооружение армии шло медленно. Не хватало грамотных командиров. 30-е годы во всем мире стали эпохой испытаний нового вооружения. Конструкторы разных стран предлагали все новые и новые виды танков и самолетов. Но какими должны быть эти танки и самолеты? В те годы этого еще не знал никто. Советские и зарубежные инженеры создали сотни видов боевых машин. Многобашенные танки, танки на колесном ходу, танки, которые крепились крыльям самолетов для десантирования. Переживала подъем и авиация. Появились новые материалы и двигатели. Самолеты стали летать выше, дальше, быстрее. Чтобы испытать надежность и эффективность последних изобретений, требовалось время. Из огромного числа военных разработок командованию Красной Армии предстояло выбрать наиболее перспективные, устранять недостатки и внедрять в производство. Нужно было обеспечивать ремонт машин, осваивать новую технику в войсках, а также разрабатывать тактику и стратегию для ее использования. Но чем дальше развивалось военное дело, отходя от канонов Первой мировой и гражданской войн, тем более очевидным становился недостаток военного образования у Ворошилова. Его выручало то, что в руководстве армии было немало знающих толк в военном деле специалистов. Егоров, Свечин, Тухачевский, Кубаревич, Шапошников, Кузнецов. Из воспоминаний маршала Жукова. Нужно сказать, что Ворошилов, тогдашний нарком, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. А практически значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Тухачевском, действительно являвшимся военным специалистом. У них бывали стычки с Ворошиловым и вообще существовали неприязненные отношения. Недостаточная компетентность Ворошилова в военных вопросах восполнялась трудоспособностью, неравнодушием к поставленной задаче и, как тогда говорили, умением организовывать массы. Он заседал в президиумах, участвовал в съездах и пленумах партий. В его честь были переименованы сразу несколько городов. Луганск стал Ворошиловградом, Ставрополь – Ворошиловском, а Уссурийск – Ворошиловым. Тяжелый танк получил имя наркома – КВ – Клим Ворошилов. А из репродукторов звучала песня советских танкистов. «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». Ворошилов демонстрировал бойцам свою меткость в пулевой стрельбе. А его фраза «нет плохого оружия, есть плохие стрелки» стала крылатой. Тысячи советских граждан с гордостью носили звание «Ворошиловский стрелок», который присваивался за успехи в стрелковой подготовке. Но меткость стрельбы не могла заменить военного образования. Вокруг другого маршала, Михаила Тухачевского, сплотилась группа военачальников, которая пыталась убедить Сталина в том, что Ворошилов занимаемой должности не соответствует. Были свои сторонники и у Ворошилова.
А точку в этом противостоянии поставили события 1937 года. 27 мая 1937 года в Куйбышеве Тухачевский был арестован по обвинению в шпионаже, подготовке переворота и попытке установить в СССР военную диктатуру. По приговору суда Тухачевский был объявлен виновным и расстрелян в июне 1937 года. Но споры о его виновности продолжаются до сих пор. В 1957 году коллегия Верховного суда СССР отменила этот приговор как сфабрикованный, а Комитет партийного контроля Коммунистической партии посмертно реабилитировал Тухачевского. Однако многие историки и сегодня приводят доказательства того, что Михаил Тухачевский действительно готовил заговор с целью государственного военного переворота. Вместе с Тухачевским по тому же обвинению была арестована группа крупных советских военачальников. Все аресты производились с ведома Ворошилова. На многих списках подозреваемых, которые НКВД передавал в наркомат, стояли пометки маршала: «Товарищу Ежову, берите всех подлецов» или «Арестовать». Часто Ворошилов писал: «Пока оставить в покое» или «Вызвать для разговора». Именно эти резолюции спасли жизнь будущим героям Великой Отечественной войны. Маршалу Малиновскому, генералу Петрову, генералу Лукину. Численность офицерского состава, арестованного в 1937-1938 годах, не поддается точному подсчету и по разным оценкам составляет от 7 до 11 тысяч. Еще большее число было уволено из армии. Расстреляно более 400 высокопоставленных командиров. Многие были приговорены к исправительно-трудовым лагерям. К лету 1941 года около трети уволенных командиров вернулись в войска. Первым серьезным экзаменом для наркома Ворошилова стала советско-финская война, начавшаяся в ноябре 1939 года. Красная армия превосходила финскую по численности войск и техники, но, несмотря на это, потерпела ряд поражений. Многие части оказались в окружении и понесли значительные потери. Часто эти неудачи связывают с репрессиями 1937 года и арестом высшего командного состава. Кроме того, были и иные причины. Слабая подготовка и дисциплина в войсках и нехватка образования и опыта у командиров. Армия только начинала учиться использовать новую технику в условиях современной войны, а уровень выучки и подготовки солдат оставался низким. Лишь в феврале, после перегруппировки сил и подвода подкреплений, началось успешное советское наступление. В марте 1940 года Финляндия была вынуждена подписать мирный договор. Несмотря на победу в этой войне, Ворошилов был снят с должности наркома обороны. 28 марта 1940 года состоялось заседание Главного военного совета и пленум ЦК ВКПБ, где был заслушан доклад наркома обороны и где Ворошилова подвергли разгромной критике. Но его карьера практически не пострадала. Ворошилов стал заместителем председателя Совнаркома и возглавил Комитет обороны. А до начала Великой Отечественной оставался всего год. Неготовность Красной Армии к войне с Третьим Рейхом обнаружилась в первые же часы после того, как немецкие войска перешли границу Советского Союза. В июле 1941 года Ворошилов был назначен главнокомандующим войсками всего северо-западного стратегического направления. Затем возглавил войска Ленинградского фронта. Попытка остановить немецкое наступление на Ленинград привела к тому, что в сентябре началась блокада города.
11 сентября 41 года. Немцы уже третий день штурмовали Красное Село, чтобы выйти к Ленинграду. 60-летний Климент Ворошилов сам выехал на передовую, где бригада морских пехотинцев атаковала немецкие позиции. Фашисты контратаковали. Ворошилов наблюдал за боем, а рядом рвались снаряды и мины. На предложение начальника охраны уйти в укрытие маршал только отмахнулся. Мужество ему по-прежнему было не занимать. Но одного мужества для обороны Ленинграда было мало. 13 сентября 41 года Ставка, недовольная действиями Ворошилова на Ленинградском фронте, отозвала его. Прощаясь с работниками штаба, он сказал: «Отзывает меня Верховный. Так мне старому и надо». С тех пор Ворошилов войсками не командовал. С октября 41 года ему было доверено формирование резервных армий в тылу. 6 сентября 42 года был учрежден пост главнокомандующего партизанским движением. Эту должность получил маршал Советского Союза Климент Ворошилов. С мая 43 года он же возглавил трофейный комитет. Гитлеровские войска, отступая, оставляли десятки тысяч автомашин, тракторов, орудий, танков, автоматов и пулеметов. В задачи трофейного комитета входили сбор и учет брошенной вражеской техники и фуража. В военные годы именно Ворошилов стал председателем комиссии по созданию нового гимна СССР. 1 января 1944 года жители советской страны впервые услышали знаменитые теперь строки. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Победу маршал встретил на посту председателя союзной контрольной комиссии, ведавшей делами освобожденной Венгрии. Война закончилась. Началась мирная жизнь. Оставаясь заместителем председателя правительства, Ворошилов стал председателем Бюро культуры при Совете министров. Теперь в служебном кабинете Ворошилова в Кремле можно было встретить не генералов, а режиссеров, артистов, музыкантов и художников. Еще с 30-х годов маршал считался неофициальным покровителем советских живописцев, помогал им получать мастерские, обеспечивал заказами. Среди них Митрофан Греков, Александр Герасимов, Исаак Бродский. Ворошилов собрал и собственную коллекцию произведений искусства. Большая ее часть сгорела на даче при пожаре, который по неосторожности устроил 10-летний внук маршала. Кроме живописи, Ворошилов увлекался спортом. Кто не занимается регулярно физической тренировкой, тот уподобляется человеку, сознательно решившему состариться к 45 годам, заявлял Ворошилов. Сам он, даже когда ему перевалило за 50, продолжал бегать на коньках и лыжах, плавать, играть в городки. Зная об увлечении Ворошилова спортом, после войны Сталин доверил ему курировать и эту область. 17 февраля 1946 года Климент Ворошилов по приглашению руководителя спорткомитета Николая Романова пришел на стадион «Динамо». Впервые в жизни маршал смотрел малоизвестную в Союзе спортивную игру – канадский хоккей. Ворошилов с азартом следил за матчем, смеялся, качал головой. Особенно ему понравилось то, что на поле можно подраться, а потом получить только 2 минуты штрафа. По окончании матча Ворошилов заявил: «Канадский хоккей – игра русская. Потренируемся и канадцев обыгрывать будем». Через 10 месяцев были сыграны матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. В послевоенные годы Ворошилов часто появлялся рядом со Сталиным. Они стояли рядом на торжественных парадах и официальных приемах, шли рука об руку на киноэкране, вместе изображались на живописных полотнах. Картина Александра Герасимова «Сталин и Ворошилов в Кремле», оригинал которой хранится в Третьяковской галерее, один из символов сталинской эпохи. Из записей Герасимова.
Я стал думать о Сталине и Ворошилове. И пришла в голову мысль, что нужно написать их как олицетворение. Один Красной Армии, другой всех народов. Но отношение вождя к Ворошилову переменилось. И в государственных делах Сталин доверял ему все меньше и меньше. А маршал звонил секретарю главного человека в стране и униженно просил: «Узнайте, пожалуйста, можно ли мне приехать на заседание Политбюро?» Со временем он стал вовсе декоративной фигурой. Через неделю после смерти Сталина Ворошилов занял место председателя Президиума Верховного Совета СССР. Формально он стал руководителем советского государства. Фактически же лидером страны был первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. А Ворошилову остались представительские функции и зарубежные визиты. В руководстве СССР тем временем назревал конфликт. В июне 1957 года так называемая антипартийная группа Молотова-Маленкова-Кагановича попыталась сместить Хрущева. Но Хрущев оказался сильнее. Заговорщиков вывели из состава ЦК, а затем и вовсе исключили из партии. Ворошилов тоже входил в антипартийную группу, но наказание для него было более мягким. Хрущев лишь строго отчитал маршала, а Ворошиловграду возвратили прежнее имя – Луганск. Удивительна судьба этого города. В 70-м году, уже после смерти Ворошилова, его опять переименуют в Ворошиловград, а еще через 20 лет он вновь станет Луганском. Не менее удивительна и судьба Ворошилова. Он едва ли не единственный из лидеров СССР сумел избежать наказаний, заслуженных и нет, за совершенные и несовершенные преступления. У Ворошилова никогда не было далеко идущих амбиций. Он не интересовался аппаратными интригами и из всех передряг выходил сухим из воды. Возможно, его выручали преданность и трудолюбие, с которыми он брался за порученное дело, даже если оно было ему не по плечу. А возможно, спасала смелость, и он просто не боялся ни расстрела в 37-м, ни партийных взысканий в хрущевские годы. По-настоящему страшным ударом для Климента Ворошилова стала лишь смерть жены в 59-м году. Супругам так и не удалось отметить золотую свадьбу, до которой оставалось всего несколько месяцев. Он не знал, что уже несколько лет жена болеет раком. Когда Екатерина Давыдовна заболела, Ворошилов все дни проводил у ее постели и пел песни их молодости. Потом ее не стало. Спустя год после смерти жены Ворошилов ушел с поста председателя Президиума Верховного Совета, затем покинул Политбюро. Приближалась зима 69-го года. Маршалу было 88. Однажды вечером он почувствовал себя плохо. Домашние предложили немедленно вызвать скорую помощь. Но Ворошилов категорически отказался. Утром он сам надел парадный мундир и, вызвав машину, при всех орденах отправился в больницу. Через несколько дней, 2 декабря 1969 года, Климент Ворошилов ушел из жизни. Его похоронили у Кремлевской стены, а первым венок на его могилу положил новый руководитель страны, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. За 8 лет до смерти Климента Ворошилова на 22-м съезде КПСС был поднят вопрос об ответственности Ворошилова за репрессии сталинских времен. Бывший нарком не хотел ворошить прошлое, но вину свою признал. В своих воспоминаниях, написанных уже на склоне дней, Ворошилов с теплотой и уважением вспоминал о своем друге и покровителе Иосифе Сталине. Он продолжал считать Сталина великим историческим деятелем. А у великих людей, полагал Ворошилов, и ошибки крупные. Сам Климент Ворошилов видным политиком не стал. Свою природную смелость
он смог проявить на поле боя, а не в коридорах власти. Так же, как и его друг и соратник по первой конной, Семен Буденный, который пережил Ворошилова всего на 4 года. Долгие годы в Советском Союзе по радио и телевидению звучал марш Буденного. Их общий с Ворошиловым марш. «Буденный наш братишка, с нами весь народ. Приказ голов не вешать и глядеть вперед. Ведь с нами Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР».